Друзья, всем привет на канале семьи Савченко. Сегодня у нас влог о празднике, который состоялся в семье Савченко, бабушки, мамы Лены и всех ее детей. На этот праздник собрались почти все ее дети, кроме одного сына Паши и одной невестки Нины. А так были все. Мы приглашаем вас садиться поудобнее и посмотреть наш влог. Друзья дорогие, всем приветствия. Мы сейчас едем на такую интересную встречу историческую нашей мамочке 92 года. И в это воскресенье День матери. И решили родственниками собраться. Братья, сестры, жены, мужья. Почти все соберемся, пообщаемся. Думаю, что будет интересно, полезно и радостно. Ты смотри, только не улети. И Лидочка с шариками так торжественно идет. Прям птицы аж поют. Это для мамы. Я по старшинству. У всех уважаю. До меня очередь. До меня очередь, когда дойдет. Брат мой. Ура! Дошла очередь. И когда вернется снова весна, все мы соберемся. Говорит, вот откуда взять, что папа наш родился в неверующей семье, мама тоже. Но на определенном этапе, да, Господь их нашел. Интересно. Мамусь, приветствуем тебя! Да, надо, чтобы вот ты собрался. Мы жили в кочеерах, да. У нас было максимально просто. Папа все делал очень просто. У нас была большая комната и маленькая. Я помню, даже дачники приехали, однажды сказали, отнеси, Леша, это в зал. Я не знал, что такое слово зал. Потому что, так, это какой зал? Папа говорит, что это большая комната, какой зал? Я такого слова не знал, маленький еще. Большая комната, маленькая. У нас был дальний магазин был и ближний. Все просто. Дальний колодец. Ближний. Вот Лена помнит, дальний колодец и ближний. И пляж, ближний. Это уже старшее поколение помнит. Я еще по лунках лазил там, да. Вы бегали. Еще у нас был этот самый, что, остановка дальняя была и ближняя, да? Два слова выучили мы, дальний и ближний. И можно уже жить как. И магазин дальний и ближний тоже, да. А папа все сравнивал с лошадью. Я не знаю, помните вы это или нет? Вот я в детстве помню, или он пас лошадей, что он говорит, смелая, как лошадь, панония, сильная, как лошадь. Мы с Весом, вау, быстрая, как лошадь, там все. Однажды что-то стало красивое, не знаю, про что это было. Я говорю, пап, как лошадь? Он говорит, да. А потом смотрит на меня и засмеялся. Интересно, что у нас в семье мама смеялась всегда очень тоненько и так вот во-во-во. Примерно так. А папа, я вот никогда не помню, чтобы он громко смеялся. Но он как-то так внутренне, так глаза смурятся, так шурятся, и он так... Он старался быть строгим. Он, да, казалось, у него не получалось иногда, да. Но мы знали, что если папа смеется, значит, наказывать не будет, и все хорошо. Ну, так. Обнести. Да. Я люблю тебя. Кто ты такой? Йосиф. Начни сначала, Йосиф. Вот на кого сейчас похож? На Аллах Акбара. На Аллах Акбара. Прикрой гордо. Написано, что они и в старости плодовиты и сочны. Поэтому желаю вам быть плодовитыми и сочными в любом возрасте. Мою волю во всем исполнять. Твою
искать и волю свою, не закон Божий подстраивать под свою волю, но свою волю подстраивать и выстраивать в закон, Божий. За все годы прожили с нами, чтобы благословил Отец благой. В таком возрасте туда надо. Скоро увидим мы вечный рассвет, будем представлены Богом к награде, новое имя, и слез уже нет, дерево жизни и папочка рядом. Вместе с Христом на престолах сидеть, не прекратится общение наше. Папочка, мамочка, семь сыновей, Людочка, Галенька, Оленька, Маша. Мама у меня вспоминается, я сейчас поближе к маме встану, что ты пела. Это самая красота для меня была. Да. Потом я тебе очень благодарен, что ты очень вкусно готовил. Вспомните капусту. Чья самая капуста вкусная? Грибы. Варенье. Огурчики с помидором. Огурчики с помидором. Я помню лекарации, когда... Молочная лапша. А котлетки? Вишневый компотик. Компотик. Картошечку пожарить. Я помню, с лекарации приезжала молодежь, и когда мама капустку с маслицем, с лучком, просто все просто хлеб и капусту ели. Да, очень любили. Ты очень хорошо. А капуста целая бочка стояла в подвале. И ножичком шинковала. Ой, ножичком шинковала. Это вообще красота была. Только вы сумеете сохранить майки семейные ваши жаль. Жизнь прожить не поверите, жизнь прожить не легко переплыть, жизнь прожить всегда вдвоем идти. Ну а теперь время для общих фотографий. Мы хотим напомнить вам, что если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал, а в следующем влоге мы уже покажем вам, как мы собирались в дальний переезд из Висконсина в Вашингтон. Вот мамусечка наша идет. Торжественно. Может ее на колясочке отвезти? Конечно, на коляске взять, подвезти. Или на руках. Аккуратно. Thank you.